Революционная сказка Юрия Олеши, 1966 год. О чем еще можно было писать в 1924 году? Захват власти – это была тема номер один в те мятежные годы, но труд писателя – это его бизнес. Писатель ел то, что смог заработать. Писатель ел то, что смог написать и опубликовать. Он, как и все мы, питался своими произведениями, своими героями, в переносном смысле, конечно. Хотя всякое бывало, но это не про Олешу. Сказка была написана в 1924 году, тяжелый год для Советского Союза. Басмачи осадили Хиву, Всебухарский Курултай переименовал Бухарскую Народную Социалистическую Республику в Бухарскую Советскую Социалистическую Республику. Но главное то, что в 1924 году умер вождь мирового пролетариата Владимир Ленин, так что сказку Олеши напечатали только через 4 года. Со мной ничего, где тебе? О! О! Давай скорее полосатую коробку. Скорее. Какую коробку? Подожди, дядюшка. Подожди. Я говорил. Что ты делаешь? Я говорил, тебе придет наш день. Слышишь? Это народ пошел на дворец Толстяков. Сегодня мы свернем им жирные шеи. Ты с ума сошел? Ты же артист. А наша работа? Подожди, старик, немного. Мы дадим с тобой представление на площади дворца. Ты с ума сошел? Подожди, давай порох. Какой порох? Собирайтесь до города. Ждите меня на рынке.